Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка «Городские сезоны» открылась на Нижегородской ярмарке. На ней свои товары представили нижегородские фермеры и производители. На ярмарке можно найти то, чего мы уже не можем найти на полках магазина. Например, здесь есть свои соленья. А они намного вкуснее и лучше, чем магазины. Они более качественные, более натуральные. И вообще, в принципе, я думаю, что на ярмарке можно найти не только какие-то продукты, но и вещи, которые будут эксклюзивны в вашем шкафу. Для самозанятого способ реализации ярмарочный один из самых эффективных. Это прямые продажи. Нам, фермерам, очень важно иметь точку продаж. И такие ярмарки для нас очень хороший вариант, потому что открывать собственную торговую точку для нас затратно, а здесь мы напрямую контактируем с нашим потребителем. То есть мы и продаем, и даем попробовать, и имеем возможность получить обратную связь от наших потребителей. По поручению Юрия Владимировича Шалабаева, главы города, организовываем в целью поддержки предпринимателей. Открывали мы осенние ярмарки в сентябре месяце. Для производителей это, безусловно, реклама их продукции. После первой-второй выставки они уже, как правило, к нам не возвращаются, потому что спрос у них такой, что они не успевают нарабатывать свою продукцию и реализовывать ее конечному потребителю.